Ну что, как говорится, добренького утречка. Неожиданно. 19 марта, когда Оля ждет уже Сакуру, пошел снег. Даже не снег, а лед какой-то. Погодка просто шикардосная. Спасибочки, чё. Зато в такую погодку можно целый день валяться в постели. Тем более, что сегодня суббота. С утра на голодный желудок сейчас выпью вот эти вот пробиотики. Это мне Софья дала. Говорит, что просто супер вещь. Через час уже произойдет полное очищение организма, так сказать. Очень популярная штука среди трейни и айдолов в Корее. Так же, как и таблетки, которые я сейчас пью, диетические, которые убивают аппетит. Софья говорит, что все айдолы сидят на этих таблетках постоянно, хотя на них постоянно сидеть нельзя, так как там самое главное вот это вот активное вещество, к нему может произойти привыкание, поэтому не рекомендуется больше 2 недель принимать эти таблетки. Вот. А Софья говорит, что все эти трейни, все айдолы, они сидят на них пожизненно. Такой сладкий просто ужас. Еще нужно запить его большим количеством воды. Ну и смотреть стрим Майкла Наки с Плющевым. Что еще делать? В такое время еще все спят, даже собака вон спит и в туалет не просится. Я, как всегда, самая ранняя птичка. Зато прямой эфир. Что это, каракаяка? Пойдешь гулять в такую погодку? Он не любит, когда мокренько. Он может так и не сходить в туалет. Недавно был дождь, он вот так вот вышел в туалет, постоял вот так вот полминутки, зашел домой и нассал дома. Сами, говорит, ходите в туалет на улице в такую погоду. Сейчас ничего, но сейчас снег. Снег — это другое, дождь он вообще терпеть не может. Чего и следовало ожидать. Сел и сидит, просится домой, не сходил в туалет. Фиг тебе, будешь сидеть целый день так, пока не сходишь. Даже котик, скажи. Да. А вот Сакуру нужно занести. Она там замерзла, наверное. Даже не мечтай, не мечтай. Пока не посышь, не зайдешь. А, блин, тут же уже цветочки были. Какая жесть. Все, сыт с горя. Не пустили домой. Котик, это что за поза у тебя? Котик у нас как тряпка. Реально. Что хочешь с ним делай, он как пластилин такой. Куда повернешь, там и стоит. Котик, котик, это не тебе, котик. Тойка, там у тебя еду отбирают. Мога, Тойка, мога. Мога. Твоя же еда, ты что, дурак? Ай, мога. Вот твоя еда, любимая. Все, все довольны. Котик, как всегда, как свинья ест. Все на стул. Тойока ждет, что котик уронит на пол, на подстраховке сидит. С какой преданностью, Тойока, ты смотришь на кота? Вся преданность животных только еде. Если у вас есть еда, ваша собака будет вам предана. Нет еды? Отвали, скажи. Обалдеть, какой снег. На Новый год такого не было. Как весной. Жесть. Вот так удобно, друзья, используются эти шапочки на тарелке. Убрал в холодильник и все, до вечера. Гелик попросила на завтрак кремовый суп. Сначала растворяется, вот так размешивается в холодной воде. Потом включаем газ. И пока не закипит, мешаем. Чтоб комочков не было. Пахнет очень вкусно, это с говядиной. Так, когда закипело, немножко убавляем. Закрываем крышкой. И 3 минуты еще варим. Маша, Маньмага, что я слышу, из Софьиной комнаты? Соня, ты что, уборку делаешь?
Чон зуанын гуя? Вэнире, что случилось? Вот из-за кого снег пошел сегодня. Вот ты мне ну не ватчана. Кеваза? А ну, Крисмас и Ильнен Донаны сыку, а? Крисмас три? Только дома таким большим кажется. На самом деле он размером с пуделя. Сиба Ину. Сиба переводится как маленькая, Ину собака с японского. Маленькая собака. То есть она выглядит как большая, как какая-нибудь там лайка, овчарка, не знаю. А на самом деле по размеру она маленькая. Ну, средняя такая, не сказать, что маленькая, конечно. Евка-то вообще она микроб. Она микроскопичная. А я сказала, пусть это маленькая собака, сибая. Японцы сказали маленькая, значит маленькая. Да? Передние все поменялись. Красивые зубки. Прикус правильный. На выставку что ли сходить с тобой? Готовлю себе еду на день. Это называется у нас витамин. Не знаю, как называется в России. У нас называется витамин. Это кейл. Банан. Яблоко и клубника. И обязательно белок. Вот такая вкуснота. На самом деле, друзья, это довольно вкусно. Зелень в таком количестве фруктов и ягод совсем не чувствуется. Приятного мне аппетита. Дала Тойоке вкусняшку, шейку. Он лежит на лестнице и ждет. Он вкусняшки всегда ест на третьем этаже, пока я сижу за компьютером, он ест вкусняшки. Нельзя, скажи, нарушать ритуал, да, Тойока? Да, смотрите, фокус. Кто бы сомневался, Тойока. Видите, даже у собаки есть принципы. У некоторых людей, к сожалению, нету. Гелик собирается в гости. София едет к подружке своей Юбине, и у Юбини есть Донсен, младший брат, короче, и вот они с Ангелиной подружились. Помните, я снимала, мы в палатках, когда ездили отдыхать? Вот это семья. Сопяо дисо? Чай? Соня уже в машине. О, почта пришла. Та пирангу айвану. А пирангу айвану тебе опсо? А пирангу Та не, не. Ну, до кого есть лько? Ай, да, не, 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 Маск. Ну, когда киок на? Че не? Че, оре, когда мать маги, я уже мимо начала. Ой, я тебе дай, я тебе так хочу, я не дай, я не дай. Все, все кушаем больше ноду, да? Нет, нет. А это мажор е. Что такое, Яка? Остались мы с тобой одни опять. Выходной, не выходной. Одни да одни. Как же хорошо. Разве одни? Котик, скажи, разве одни? Вон насколько. Целая банда. Я вчера украсила, видите, ящик. На корейском написано «Онель дохим букхаджа». Сегодня давайте тоже быть счастливыми. Что-то такое. Вообще, корейские фразы на русский язык переводятся очень тупо. Да. Тупо. Как-то. Как-то вообще. Некрасиво переводятся, да? Некрасиво. Все, осталось теперь только цветочки сюда посадить. Хотя, судя по тому, что у нас опять пришла зима, цветочки высаживать еще рано, они замерзнут. Итак, друзья, ваша любимая рубрика «Распаковочка». Это корм для котика, гипоаллергенный. Вообще, они, конечно, у меня, по идее, корм не едят, но он у них всегда лежит, они нет-нет, иногда да погрызут немножко. Поэтому пусть будет. Пусть будет.
Это пирсинг я себе купила, мужской. Да, мне не нравятся женские всякие бабочки, цветочки и сердечки. Мне нравятся более такие брутальные сережечки. Одну, в одно ухо я хочу повесить. Лак для ногтей такого вот цвета, серо-розового, не знаю, как он правильно называется по-русски. Это для гелика обычная такая вот майка, которая одевается под низ, под кофту. Сзади у нее буквы, они должны торчать из-под кофты, спереди ничего нет, просто черная. Это тоже костюм для гелика. Естественно, MLB. Вот такой вот простой. Спортивный. Короче, нужно, чтобы Ангелина померила, на ней все красиво смотрится. Как-то так это будет выглядеть сзади, обычный Ангелинкин стиль. Все, в принципе, это и все на сегодня. С тех пор, как я сильно похудела, мне начало хотеться для себя чего-то. Какой-то лак, блин, для ногтей, какие-то сережки. Обрела, можно сказать, вторую жизнь в новом теле. Софья вчера, друзья, так плакала. Она пошла в больницу, попросила, чтобы ей выписали вот эти вот таблетки для диеты, которые я пью. Но ей отказали. Сказали, что только 17 лет. Ей же 16 сейчас. А 17 ей исполнится только в ноябре. Без таблеток она не может остановиться. Ест очень много. И не контролирует себя. Очень сильно поправилась. Ревет, рыдает. Кимка на нее злится. Я ее прекрасно понимаю. Я, если поправляюсь, у меня просто начинается самая настоящая депрессия. Я не могу смотреть на себя в зеркало. Вообще вот просто не хочется жить. Вот. А когда снова худеешь, прям летать охота. Пока, друзья, одна, решила поотвечать немножко на ваши вопросы. Сейчас попытаюсь разжечь огонь. У нас немножко выглянуло солнышко, все, конечно же, растаяло, но вот как-то так растаяло. Придется мне сидеть без подушки. В дровах тоже вода стоит. Ну, слава богу, у меня дома есть сухие дрова. Храню их дома. А, как вкусно запахло банькой. Запах детства, наверное, мне это напоминает, поэтому я так обожаю жечь дрова. Пионерский лагерь, дача. Самые приятные вот такие вот ассоциации, самые лучшие моменты в жизни. Ну что, друзья, мне удалось. Начинаю отвечать на ваши вопросы. Точнее, это не вопросы, а просто ваши комментарии. Вот из последних. Последний вот был 17 минут назад. И с последних начну вот так спускаться. Мне очень важно поддерживать с вами вот эту вот обратную связь. Я очень благодарна за ваши добрые комментарии. Их просто столько, их огромное количество. И, несомненно, это то, ради чего я работаю, ради чего я снимаю свои ролики. Мне это приносит колоссальное удовольствие читать ваши комментарии. Поэтому давайте почитаем вместе. Вот, Юлия последний комментарий написала, что это клен так цветет. Не знаю, не думаю, что это клен, хотя может быть. Так, здесь прикалывается про ногу. А самой слабо приготовить? Людмила спрашивает, что именно приготовить, не поняла. Готовлю собакам, но людям не готовлю, потому что не умею вкусно. Ну, в смысле, русскую умею еду готовить, но у нас ее никто особо не ест, а корейскую не умею, Сонгэн лучше готовит. Поэтому не готовлю, слабо. Музичный супровид на висоте. Это по-украински, наверное, значит, что музыкальное сопровождение на высоте. Спасибо. А, да, друзья, я хотела вам сказать, что сейчас монтажер не работает над моими роликами, я сама их монтажирую как могу. Мне писали уже в комментариях, что заметили, что понизилось качество видео, монтаж стал какой-то хреновый, эти самые превью некрасивые. Да, друзья, раньше и превью Саша делал, и монтажом занимался. Сейчас я вынуждена все это делать сама, потому что, как я уже говорила, мой заработок с YouTube очень-очень сильно просел, и мне элементарно не хватает на монтажера денег. Поэтому не обессудьте, пока будет так какое-то время, пока не войдет все в обычное русло. Все-таки я считаю, что лучше снимать хоть так, чем совсем никак. Такое ощущение, что папа одинаковый по разговорам и комментариям. Прям я с папой в детстве на прогулке. Да, Сунгын так смешно комментирует, ужас, я так ржала.
Чин-чин-чин. Чин-чин-чин это типа, ну, на самокате. Брум-брум, типа вот этого что-то. Он пытается, старается, чтобы было интересно. Кадр. Спасибо вам большое за влоги. Спасибо вам. Какая песня на 2:30? Понятия не имею, друзья. Музыку. Вот самое сложное для роликов — это музыку искать. Это занимает больше всего времени. Качаю где только можно. Нужно же, чтобы она была без авторских прав. Скребу просто по сусекам, по амбарам. Где что наскребу, то и вставляю. Конечно, музыка не всегда подходит, но что есть. Хочу быть вашей собакой. Тойока, видишь, люди хотят тобой быть. Чинтао безалкогольный, на вкус прям обычное алкогольное пиво. Ничем не отличить, потому что, видимо, здесь 0,05% все-таки есть. За животных отдельное спасибо, змея очень красивая. Спасибо. Ольга, добрый день. Смотря ваш влог, задалась вопросом, а сколько вы платите за коммуналку? Ведь у вас столько времени горит свет, растения, террариумы. Да, у нас всегда все горит, мы вообще никогда свет нигде не выключаем, ни в туалетах, нигде. Потому что в Корее электричество стоит копейки. Ну как копейки? Такое вот копейки, например, если кондиционер сутками работает летом, то выходит дорого, потому что кондиционер жрет очень много энергии. Все остальное так по мелочи, даже незаметно. Даже не знаю сколько, друзья, я не плачу коммунальный, муж платит, поэтому не знаю. У меня собака, наоборот, никогда не делает свои дела во дворе, всегда нужно выходить, даже в деревне, на гигантском участке. Ну да, это как приучишь собаку, конечно. А моя любимая, раньше вы часто бродили и снимали, поняла, как соскучилась, поэтому спасибо. Вам спасибо, будем гулять почаще. Зима закончилась, погода сейчас будет прекрасная, будем побольше гулять. Я студентка, собаки питаются лучше, чем я. Скоро лям. Ну, не знаю, друзья, насколько скоро. Пока стоит на месте, потому что многие отписываются сейчас из-за моей позиции. Ну да ладно. Вау, пэмо токе. Чонсо хасео. А это корейцы спрашивают. Погиманэ добусо. Как вы, спрашивают, убираетесь у змеи? Даже смотреть на это страшно. Предатель навсегда. Любите свою страну, Россию навсегда. Ну да. Россию я люблю, друзья. Я Путина не люблю и путинский режим, который эту Россию просто сейчас превратил непонятно во что, от которой отвернулся весь мир, в которой люди живут как в Африке. По правде говоря, друзья, выходят на улицу против путинского режима самые-самые патриоты. Вот кто ненавидит Россию, тот поддерживает Путина. Так мило сидит на лестнице. Быстрее не могу. Пишу вам из Харькова, смотрю вас уже больше 2 лет. С первого вашего видео я поняла, что вы близкий человек по духу. Не пропустила ни одного вашего видео, даже сейчас жду. То, что у нас сейчас творится, это ужас. Да, я получаю огромное количество таких комментариев. Я знаю, что у вас творится просто ужас. Я русская, муж русский, у нас есть сын. Я живой свидетель, что у нас нет нацизма. Это об этом все говорят абсолютно. Адекватным людям это всем известно, понимаете? А неадекватным, у которых промыты мозги, им невозможно что-то объяснить. Они упертые, как бараны. Они не хотят даже слушать ничего. Поэтому бесполезно то, что вы пытаетесь кому-то что-то донести. Там бронь, там такая бронь непробиваемая, что просто... Может, вам надо встретить собаку, и она ему примером покажет. Ту собаку надо похвалить, чтобы он понял, что за это поощряют. Да, кстати, хорошая идея. Тойока, где нам взять собаку умную? Ты у нас самый умный пока на районе. Вообще, корейцы, они же вот так с собаками особо не гуляют, как у нас принято. Они собак в основном таскают в сумочках, на ручках. Вот такое для них это больше как ребенок, нежели как собака. Поэтому сложно будет найти собаку, которая будет где-нибудь на гору ходить, какать. Точно, таких не видела ни разу. Так, опять про эту песню спрашивают 2:20. Кто-нибудь уже подскажите, друзья? Можно же этот, зашазамить. В конце видео Ангелина поняла, о чем мама ее... в конце видео Ангелина поняла, о чем мама ее спросила? Нет, Ангелина вообще ни одного слова по-русски не понимает. Софья немножко понимает, но в основном вся моя семья, они по интонации что-то понимают. Сунгын просто кивает всегда, что типа понял.
Вот. А так, если по интонации, то... Плюс еще как в русском языке, так и в корейском много заимствований из английского языка, поэтому очень многие слова схожи. Ольга меня всегда удивляет, как вы смогли так надрессировать Тойоку. Буду рада, если поделитесь своим опытом. Да я его вообще не дрессировала. Только самое важное, сиди, жди. Что ты еще умеешь, Тойока? Ничего он больше не умеет. Но он хорошо чувствует, он хорошо знает, что вот погулял, надо вот съесть, лапы протереть. То есть он вот такой вот послушный, как послушный ребенок, человек. Дрессировкой, в общем, я не занимаюсь, я занимаюсь просто его воспитанием, чтобы понимал с одного слова меня. Представляете, какой менталитет, что в масках даже во дворе ходят? Да, корейцы так. Даже если уже нет в этом необходимости, они все равно будут так ходить. Я не знаю, их, наверное, под страхом смерти сейчас не заставишь маски снять. Меня так, по крайней мере, точно. Я так привыкла к маске, что меня сейчас не заставишь ее снять. Это очень удобно же. В Австралии везде поилки для собак, в парках и даже напротив некоторых кафе ставят миски с водой. Да, вот то же самое про Германию мне уже писали, это очень круто, молодцы. То самое чувство, когда Ангелина одевается лучше, чем я. Ну, Ангелину я одеваю так-то, я училась на дизайнера, на фэшн-дизайнера 4 года, поэтому может быть, все может быть. Ну что, прощаемся на неопределенный срок, нам скоро блокируют YouTube, я буду скучать. Ставьте VPN, друзья, я же уже говорила. Ставьте VPN и все. Все уже, по-моему, кто хотел, все поставили, и никто не переживает, что YouTube отключат. Здравствуйте, Ольга, я живу в России, у меня 3 детей, 2 сына. То, что сейчас происходит, ввело меня в странное состояние, как будто больше не стало будущего. И представляете, сейчас, когда смотрела ваше видео по прогулку с собакой, вдруг почувствовала, что зима закончится, что движение – это здорово, что есть надежда на хорошее, как будто снова увидела мир. Спасибо большое за вашу работу. Сегодня она победила мой страх, а я постоянно смотрела психологов, старалась принять свое состояние, зная, что многим гораздо страшнее. Оказалось, что нормальная жизнь – лучшая прививка. Спасибо. Огромное спасибо вам за такие комментарии. Это действительно это очень воодушевляет, очень меня радует и прям до слез. Конечно, весь этот ужас не может длиться вечно, когда-то все это закончится. Надеюсь, что очень скоро и... Все мы начнем жить обычной жизнью. Я уже давно так от души не смеялась. Спасибо. Люблю вас. А я вас люблю. Завтрак приготовила, и можно теперь смотреть ваши влоги. Приятного аппетита. Какой же Тойока замечательный. Я не могу. Могу вечно смотреть на то, как он смотрит на уточек. На самом деле он не особо на них смотрел. Тойока растет худым, как Оля не хотела. Надеемся, наберет массу. Еще щенок ведь. Да, он сейчас подросток. А подростки, они же всегда угловатые такие, все в рост уходит, все в энергию. Раскормим, не переживайте, будет булочка, батон, буханка. Я тоже из Казахстана, Казахстан, привет. София такая красивая, вся в маму, спасибо. Обожаю ваш канал, ваше видео, так меня мотивирует. Спасибо огромное, меня мотивируют ваши комментарии. Пока черепаха есть, Оля уже все вытерла. А, пока черепаха ест, наверное, да. Давно не заходила. Напомните, куда делся черный лабрадор? Откуда у кого новая собачка? Да, друзья, давно вы не были. У нас давным-давно уже лабрадор живет у Сунгына. И он не черный, а шоколадный, коричневый. То чувство, когда хочешь есть салаты, но не можешь сделать. Почему? Ваш канал смотрю давно, очень нравится, спасибо вам за ваши старания, чудесные видео. Привет из Беларуси. Беларусь, привет. Живи, Беларусь. Белый, синий и желтый флаг, это с какой страны? Белый, синий и желтый? Не знаю, я знаю, что синий и желтый это украинский. Так, а София учится на отлично. А София учится на отлично. Нет, не думаю. Так, куда-то не туда нажала. О, как давно не было видно. А где вы были 8 лет? Стыдно за вас. Что поделать, Тойока. Стыдно им за нас, прикинь. Могла бы сейчас, конечно, развернуть тему про 8 лет. Благодаря кому там 8 лет убивали? Кто там все эти 8 лет содержал сепаратистов, которые там стреляли и войну разводили? Имя этого упыря вам всем хорошо известно, поэтому не буду развивать эту тему дальше.
Гелик на глазах растет. Да. Здравствуйте, будете создавать канал на Яндекс.Дзен? Нет, не буду. Я буду, друзья, снимать так же, как снимала для Ютуба. Во-первых, меня смотрят не только из России, хотя большинство из России, там, по-моему, 50% из России. Но все, кто хотел, повторюсь, поставили себе уже VPN и будут продолжать смотреть. А остальные 50% это Казахстан, Украина, Беларусь, Кыргызстан, я не знаю, там очень много стран. Так, нужно подбросить дровишек. Едем дальше. Ура, ура. Подскажите, что за песня опять та же самая? Ольга, по поводу зонта для Гели скажу прямо. Иногда приходит возраст, когда старый зонт становится мал, и под него ты иногда зовешь одноклассников по дороге домой, дабы твои друзья, товарищи и знакомые не промокли. Уверен, рано или когда нужно, ваша дочь скажет вам большое спасибо, так как она может таким образом познакомиться с тем самым молодым человеком или же найти новых друзей. Ну, для Гелика молодой человек еще рано, но идея мне нравится. Спасибо. Родители и мужа не навещают совсем. Да, про родителей мужа я уже рассказывала в своих роликах. Ваши дети так успокаивают и отвлекают от негативных мыслей. Спасибо. Очень нравятся ваши влоги, тоже хочу в Корею. Приезжайте, когда все закончится, приезжайте. София хотела змею, а Ангелина черепаху, а мама хотела дерьмо убирать. Да, так и вышло, так всегда случается, когда ради детей берешь кого-то. Выгребать все приходится родителям. Это всем известно. Свершилось чудо, я наконец дождалась видео с прогулкой по райончику. Я так жду ваши влоги, вы не представляете. Спасибо. Ура, наконец-то новое видео. Спасибо, друзья. Смотрю дораму «Офисное свидание» вслепую. Все думала, кого мне напоминает подруга главной героини Йон Со. Сейчас поняла, что Софию. Да, друзья, я не смотрю дорамы. Они даже фоном у нас не идут. Дома у нас никто не смотрит. И поэтому я даже вообще не в курсе, какие там сейчас дорамы. Сколько Гелику лет уже, а вы ее с ложечки все кормите? Это не хейт и ничего плохого не говорю. Просто может привыкнуть и сидеть на шее у родителей. Покормите, напоите. Пес растет не по дням, а по часам. Сунгын в маске говорит, будто в противогазе. Друзья, естественно, Ангелина умеет есть сама. Она сама есть в школе, она с садика сама ест. Но иногда, когда она дома, для нас это огромное удовольствие ее покормить с ложечки. Долго ли осталось? Скажу вам, как старая больная черепаха, дети очень быстро растут. Буквально пару лет, и ей родители уже вообще нафиг не нужны будут. Так как у нас уже есть один такой пример, хочется, чтобы Ангелина подольше была маленькой девочкой. И ей самой это нравится, поэтому всех устраивает. Я еще не видела ни разу в жизни взрослого человека, который не умеет сам есть, завязывать шнурки, убирать свою комнату и делать какие-то вот такие элементарные вещи. Все равно все делают, все умеют. И то, что вы помогаете что-то делать ребенку, это не значит, что он у вас будет сидеть на шее. Хотя я бы была не против. Пусть сидит на шее хоть до старости. Следующий. Тоже однажды случайно наткнулась на ваше видео про переезд, про жизнь в Корее. Так понравилось смотреть. Вроде простая лайтовая жизнь, но другая немного, корейская. Да уж. Еще нравится про еду и уборки. Даже чаще стала есть и убираться. Нынче стала пересматривать старые ролики. Они тоже неплохие, интересные, пусть короткие. Хотелось длиннее лично мне. И тут новости о том, что скоро закроют и YouTube в России. Судя по новостям, в конце этой недели, то есть 20 марта, сегодня. Надоела эта политика. Не дает спокойно жить простым людям. Прошу прощения за сей коммент. Об этом молчать, ну, никак. Спасибо, Ольга, и вашей семье спасибо большое. Надеюсь, мы все-таки будем видеть ваши ролики. А если все-таки закроют, то скорее бы открыли и никогда к этому не возвращались бы. Не закрывали и не блочили больше. Спасибо большое, я согласна с вами однозначно. Все вот эти закрывания соцсетей, это такой детский сад, это какое-то днище полнейшее. У меня просто нет слов, как люди это терпят. Я вот не представляю, у нас бы сейчас сказали, да, закроем вам что-нибудь, да неважно, да хоть что-нибудь. Это была бы первая и последняя такая инициатива правительства. Сидел бы уже, гнил где-нибудь в тюрьме. Терпеливы, очень терпеливы русский народ, к сожалению.
Желтые цветы на дереве похожи на кизил. Может быть, может быть. Что там случилось? Посмотрите недавние новости про Донбасс. Что там случилось? Да, я смотрю все эти новости, конечно, друзья. Ой, только их и смотрю. Здравствуйте, Ольга. Вам никогда не хотелось ненароком разъебать этот аквариум, а то чистить постоянно? Нет, друзья, на самом деле не так часто я его и чищу, даже не раз в месяц, реже, наверное. Поэтому не так страшно это. Олюшка, перемалывать мясо для животных – это есть не очень хорошо. Дело в том, что когда они его грызут, они чистят зубки. А так они получают органику в чистом виде, и у них может развиться кариес или пародонтоз. Согласна с вами, друзья, поэтому я даю своим собакам и кошкам специальные вкусняшки. Они называются Dental Com. Ну, это такие палочки в виде зубной щетки. Собаки их грызут и тем самым чистят свои зубы. Даю каждый день обязательно, поэтому спасибо за заботу. Когда машины, сходи на выставку авто. Как бы это сказать, мне не очень интересны машины. Как, наверное, все уже давно поняли, я уже больше 10 лет езжу на одной машине не потому, что у меня нет возможности ее поменять, а потому что мне просто неинтересны машины. Пока ездит, пока устраивает, смысла не вижу ее менять. Сходить на выставку машин, конечно, можно снять такой ролик, но боюсь, что смотреть его будут вы, да еще, может быть, пару человек, которым это интересно. Про машины есть как-то отдельные блогеры, попробуйте найти. Должны быть японские точно есть, вот корейские, не знаю. Класс, кормление змеи – это что-то. Кому-то нравится, кому-то не очень. Уже 4-й год вас смотрю и никак не нарадуюсь. Каждое видео не пропускаю, даже если очень занято. Потому что очень-очень нравится ваше видео, Ольга, обожаю вас. Спасибо большое, я вас тоже обожаю. Когда планируете в Усть-Каман? Друзья, сейчас, по-моему, такое время, когда невозможно ничего планировать. Хочется, конечно, но пока не знаю. Да, у нас раньше тоже хорошо было, а сейчас все разбомбили. Жаль. Это ужасно. Это ужасно. Оля, умоляю, не нашла информации, что за таблетки вы пьете для похудения. Help. Расскажите, очень актуально. Диетамин они называются. Посмотрите в интернете, может, где-нибудь. Хотя я не советую, у нас это строго врач выписывает и без рецепта не продают. В России на днях Роскомнадзор отключит YouTube. Печаль. Эх, вот бы везде самой большой проблемой стран было отсутствие фонтанчиков для собак. Действительно. Спасибо вам за поддержку и флаг на Ави. Но я не могла этого не сделать, друзья. Хоть так, это все, что я могу, к сожалению. Можно, конечно, помогать материально, и Корея очень хорошо помогает. Организованный сбор средств и отправляют туда какую-то гуманитарную помощь. Но говорят, там не проблема, что чего-то кто-то не отправляет и чего-то не хватает, а проблема в том, что не доезжает до туда почему-то. Какие-то проблемы именно с доставкой этого всего. Оля, спасибо за видео. Всегда получаю море удовольствия. Только одна просьба. Показывай, пожалуйста, Чимина почаще. Очень по нему скучаю. Куда уж чаще. Он, по-моему, в каждом видео. Хорошо. Просто кому-то нравится. Кто-то говорит, надоели одни животные, блин. Неинтересно. Всем по-разному. Я показываю просто как есть. Если Чимин проходит рядом, то он в кадре. Если вон Тойока постоянно мельтешит перед глазами, тут у Йоки больше всех. Не понимаю, почему, но у меня ощущение, что вам немного одиноко дома. О, друзья, я об этом много раз говорила уже. Я обожаю одиночество. Я нереально кайфую, когда я одна. Именно поэтому я отселилась на отдельный этаж. Именно поэтому я редко с кем-то встречаюсь, куда-то хожу, потому что я как он называется-то? Не шизофреник? Все время забываю это слово. Интроверт, вот точно вспомнила, интроверт. Даже Тойок, мы с тобой интроверты. Так, что я там, наверное, уже на полчаса наснимала, еще парочку и остальное на следующий раз. Зацвела, вероятно, форзиция, так, уже третья версия. Ваша жизнь вас полностью устраивает, без негатива, просто интересно. Да, устраивает на 100%, если бы что-то не устраивало, я бы это изменила. Желтенькие деревья, я думаю, это мимоза. О, 4-й вариант уже. В Италии они сейчас тоже цветут.
что за музыка, не знаю. В итоге Ольга ухаживает за всеми животными, за домом, за мужем и детьми. Когда вы все успеваете, при том, что влоги снимать, это такое терпение нужно и времени. Не знаю, друзья, это как-то на автомате уже все делается. И так как мне эти занятия все приносят удовольствие, я даже не замечаю, не устаю особо. Надо взять в пакет кусочек его имущества с собой и положить под дерево, когда вы гуляете в лесу, он поймет и сделает свои дела. Надо попробовать, хотя выглядеть это будет смешно, наверное, со своими кокулями выходить гулять. Name of song, please. Оля, в России все заблокировали. Ну, пока не все, к счастью. Оль, советую фотоэпилятор Brown Silk. Это классная штука. У меня есть эпилятор. Я всегда пользовалась депилятором всю жизнь. В этот раз решила просто у Софьи взять воск и немножко выпендриться. Спасибо за совет. А что там с участком? Участок стоит, ждет. У Сунгына сейчас очень много работы, сильно занят, нету времени туда поехать. Но на следующей неделе вроде как поедем. Спасибо вам огромное, спасибо за труд и время, которое вы вкладываете в ваш канал. Вы яркий пример для людей, которые просто хотят радоваться жизни. Спасибо за мотивацию. Спасибо вам огромное за такие комментарии. Пожалуйста, что за песни в видео? Блин, друзья, скачайте себе Shazam, называется Shazam на английском. Скачайте это приложение и будете всю музыку за 2 секунды узнавать. Я не знаю, я никогда не смотрю название музыки. А что ж, на этом заканчиваю. Я уже и замерзла немножко. И наснимала, по-моему, уже слишком много. Сейчас посижу, помонтирую, чтобы влог вышел как можно быстрее. Друзья, если кому-то нужны крутые рваные джинсы, приносите Тойоки. Видите, какой профессионал. Что ж, Сунгын с девчонками вернулся. Опять у нас дурдом дома. Софья еще с подружкой пришла, с ночевой подружкой пришла к ней. Гелик. Гелик. Моль могу? Вау. Папан могу со? Тяльно расо? Мой со? Гейм? Хочу гейм и со? Хочу гейм, а вот пакет у какого-то раз. Вау, чокетан. На этом, друзья, заканчиваю влог. Всех вас обнимаю, всех люблю и до новых встреч. Пока-пока.